Друзья, всем привет, особенно тем, кто собрался этим летом на море. Я, во-первых, желаю вам хорошо отдохнуть и хочу предупредить, что можно внезапно столкнуться вот с такой неприятной ситуацией. В общем, приехали люди на море, забронировали себе квартиру посуточно, заранее, на целый месяц. Заехали, все нормально, но через несколько дней заметили, что их кто-то кусает. Стали смотреть кровати, а там вот что. До этого хозяйка сдавала квартиру на длительный срок, и, по всей видимости, прошлые жильцы тут развели настоящий клоповник. Она об этом не знала, ну и, естественно, не знали и отдыхающие. Если едете отдыхать, я настоятельно рекомендую, неважно, это гостиничный номер или квартира, прежде чем распаковывать вещи, занесите их сначала в ванну, это самое безопасное место, и внимательно смотрите матрасы, кровати, диваны, тумбочки прикроватные, занавески, плинтуса возле спальных мест. Потратьте 5 минут, и вы убережете себя от больших проблем. Потому что если вы привезете с отдыха себе домой клопов, выводить их иногда людям приходится месяцами. Кстати, у нас на канале есть видеоинструкция, как проверить гостиничный номер и вообще любую комнату на наличие клопов. Ссылка на это видео должна быть сейчас на экране. Но я все-таки надеюсь, что проблема постельных клопов у вас минует, и вы привезете из отпуска только положительные эмоции. До встречи!